Вы сейчас потратили целых 1,5 минуты, чтобы хотя бы угомониться. А бой сколько длится? Соревнования? 4. 4 минуты, половина боя вы слили просто в никуда. Молодцы, поаплодируйте. Я вам только что объяснил, что концентрация, вы только 24 часа в сутки, но бог с ним, не можете вы так концентрироваться, я так не могу. Но хотя бы в зал пришли, уделите эти 1,5 часа. Но много 1,5 часа вас уже, посмотрите, шатает, вы собой не управляете. Самое сложное упражнение — просто постоять, не двигаясь. У вас руки шевелятся, ноги шевелятся, а язык-то ведь вообще там создает. Итак, я только через 30 лет понял, какое хорошее упражнение. На лодке. Все лодку видели? Да. Видели, как на ней гребут? Да. Отлично. Вот японцы придумали, что лодки нету, а грести хочется. Итак, но все-таки умные они, потому что мы у них учимся, а не они у нас. И добавили еще дыхание. Дыхание — это вообще основа всего. Я вот смотрю, вы задыхаетесь. Постояли? Я тоже задыхаюсь. Итак, левую ножку знаете? Отлично. Левую ножку вперед поставили. Это как будто у вас весла. Вот руки. Вы же любите руки, захват тренировать. Выпрямляете, тренируете захват. Но, чтобы скучно не было, говорит. И-хо! 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 Да вам сейчас и есть возможность, когда еще дома нельзя орать, в школе нельзя орать, в зале нельзя орать. Говорите часто хотя бы. Я один вас перекрикиваю, сейчас потренируюсь. Вдох. 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 Тянемся, тянемся. Напрягались, теперь расслабиться надо. Ладошку в ладошку вложили. Просто не пальцы скрестили, вы даже внимательность не можете посмотреть. Ладошка просто в ладошку. И опускаем. Верхний уровень, средний уровень, нижний уровень. Дальше. Руки у вас определенной длины. Если вы будете сгибать их или как-то по-разному, то не сможете настроить. Руки просто расслаблены. И потрясли руки. Как будто монетки. Хорошо. И теперь поставили правую ножку и говорим «И-са». Специально, чтобы дыхательные пути проработать. Давайте. И-са, 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 и-са. И теперь самый секретный прием. У нас здесь... У нас здесь есть диафрагма. Диафрагма — это на чем легкие держатся. И мы должны ее вверх, чтобы вентиляция легких произошла. Но вам это знать не надо, поэтому просто вдох, скрепляем пальцы, опускаем и диафрагму поднимаем, вот эта пленка такая, и делаем выдох. Не выдохнули. Еще раз. Вдох. Вдохнули. Прикрепили живот, весь воздух оттуда. Ну давайте еще раз вот просто не теряем. Вдох. Молодцы. Изучили комплекс. Давайте теперь сделаем его хотя бы 4 раза. А где звук-то? Yeah.
человека не будет. Место мне, пространство дайте. Вы же чем занимаетесь? Единоборством. Значит, нужно захватывать как можно больше пространства. Себе побольше, партнеру поменьше. Так? Так. Желаете его вообще с татами? Теперь я посмотрел, как вы встаете. Встали, Таша, у вас. Здесь. Отлично. Супер. Итак, прежде чем кого-то учить, надо сначала, может, у вас можно чему-то поучиться. Я вот у вас с удовольствием учусь. А чему я у вас учусь? Как вот так, вот, чтобы когда тренер говорит, чтобы я молчал и сказал, не высказывал. Дальше. Вы встаете. Смотрите, как некоторые встают. А вам лет-то сколько? 11. Йо, вы уже устали так. Когда же вы умудрились? А нужно как? Садитесь более-менее правильно. Вот мы ровно стоим, ровно. Мы же броски делаем, да? Наверное, броски делаете, броски делаете. Ну, чувак, там что-то еще делать. Если сами стоять не можете, то как партнер еще добавить? Итак, садимся, смотрите. Мы научились, у нас левая нога есть, правая нога, ходить вперед. Мы ставим ножку на колено и садимся красиво. Встаем так же, научились на пальчики, сувая глаза, ножку поставили, заодно мышцы потренировали. Понятно? Сейчас так на порядке разобрались и потренировали. Сеть за, Таша ваша, сеть за, Таша ваша. Сели, красиво. Встали, красиво. Позвоночник ровно вертикает. Давай, пробуй. Не-не-не, хорошо. И я еще попрошу вот закрыть, постараться с такой практикой тишины. Позаниматься в тишине. А потом выйдите на улицу и поделитесь впечатлениями. Все, научились. Молодцы. Бокс. Задача показательно научились. И следующее. Мы с вами покричали, да, хват потренировали. А теперь делаем. Смотрите. Сели все седза. Поставили ручки в стороны. И. Ип! И снова красиво сели. Всем понятно, что я имею в виду, чтобы вы хотя бы в колонны построить, чтобы я видел.
И почему я так говорю? Если вы строиться научились, хотя бы у вас навыки самоорганизации будут. А строились, ну как, в круг, по парам, в колонны, потом повороты сегодня учили. Красота! А я тут спросил, интересно? Говорит, нет. Так наша задача, чтобы вам не то, что интересно было, мы не клоуны приехали сюда вас развлекать, а чтобы полезно было вам. Понятно? Ну, вам-то понятно, лучше тренера. Потому что тренера у вас самые лучшие. Вот чего тут? Все, попробовали на коленях переместиться в другую сторону зала. Да, на коленях, да. Bye.
все, обожжете ноги. Ладно, это там ноги горят, не горят? Стерли уже, да. Поэтому мы должны, чтобы вы пришли здоровые, ушли здоровые. Ноги на пальчиках, пяточки, как будто вы видите, никто упасть на них не может. Не торчат ноги. Хвост спрятан. Раз, спрятан. Пятки соединены. Раз, 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 и легко, свободно. Ну попробуем. Руками форму касаемся. О, о, первый. Да, смотри. Машенька, как есть человек? Куда? Чем больше, тем он будет прием как с кривой спиной это не делается, они же делаются
с пацаном, с прямой же спиной, да? Или я что-то не понимаю, да? Поэтому ты выпрямляешься, выпрямляй спину, смотри. Приседаешь и кладешь руки, ты устойчивый, давай. Опять. Руку, спину ты выпрями. Ну, чтоб я мог через тебя, ты не... О, видите, бросок. Ну, выпрями. О, выпрямляй. О, стоп, да, отлично. О, и уже он может даже меня уснуть. Теоретически, если еще что-то. Да, удерживай и бросай через спину. О, выпрями спину. О, отлично. И уже будет пошагуром идет. Ну или другой какой-нибудь прием. Но если будет... Понимаете, о чем? То есть мы тренируемся на любом... Да? На любом упражнении. А если я такой, то... Ну и вот, отбежит и что-нибудь со мной сотворит. Так, давай. А теперь за ногами смотрите. Пустая форма. Смотрите, смотрите. Прыгай быстрее, сейчас мы его катаем. Че, все, он еще не устал. Хорошо, молодцы. А то, да, и чем больше вы будете... Садитесь, молодцы, спасибо, потолкнули, ребята. Сейчас, подождите, это упражнение следующее. Не опережайте события. Походили, молодцы. И смотрите, чем вы больше их будете подзадаривать, тем кто внизу, у него ноги уже заплетались, он может получить травму вообще легко. Травма когда получается? Когда ходишь неправильно или ты очень устал. Но нужно даже, если ты устал, чтобы тело твое сопротивлялось. А чтобы тело твое боролось, его нужно сначала надрессировать. Все, другого выхода нет. Вы сегодня изучали мысочек, разворот, пяточка, разворот. Но примените свои знания уже сейчас, на следующий день. Вы стоите, и вам надо раз –